Здравствуйте, дорогие калининградцы. Друзья, сегодня вторник. Тяжелый день уже прошел. Осталось совсем немного до пятницы. И, собственно, мы вас приветствуем в этой студии «Будильник Шоу» в эфире. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня, как всегда, с вами мы, Дмитрий, Марина. Мы всегда рады будить Калининград. Тем более, что сегодня такая потрясающая погода. Сухо, нет дождя. Казалось бы, какой там октябрь. Бабье лето наступило. Ух ты, сейчас вырубился прямо для меня. Бабье лето уже прошло. Какое прошло, надо верить, и оно продлится еще до самого ноября, мне кажется. Ну ладно, друзья, на самом деле, если вы внимательно наблюдаете за новостями, вы вчера слышали о том, что была вручена Нобелевская премия в области медицины. И, собственно, у нас очень много открытий, которыми мы можем гордиться, и можем гордиться нашими учеными, и можно смело говорить о том, что ученые сейчас из-за рубежа, наши русские, приезжают обратно, потому что есть смысл, есть повод для того, чтобы здесь работать, есть почва для развития. Это я так заранее вам намекнула, о чем мы сегодня будем говорить. Ну а подробности мы можем узнать из видеопредставления. Я спрашиваю, когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете? Пожалуйста. Если бы вы знали, Иван Васильевич, над каким полезнейшим изобретением я сейчас работаю, какие опыты ставлю, вы бы так не говорили. Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе. Stay back, boy. Сиди там. Это равносильно открытию электричества. Я буду как первый человек в космосе. Как первая собака. Ну давай, уменьшайся. Уменьшайся. Ну, пожалуйста, уменьшайся. Человечество не может существовать без постоянного прогресса. Мы с вами всегда можем говорить о том, что, например, как была изобретена камера, как был изобретен автомобиль. Есть изобретения, которые уже вышли из использования, а есть те, которые используются до сих пор, например, колесо. А мне кажется, как ты думаешь, какой главный двигатель прогресса? Ну давай, давай. Ну, твое мнение, я же ничего такого не спрашиваю. Мне кажется, что это исключительно человеческая лень. Потому что если бы не человеческая лень, у нас не было бы того же самого колеса. Потому что лень человеку было таскать какой-то камень. Он взял и забрел колесо. Лень ему было Не лень человеку было изобретать это колесо и думать, как его придумать? Так он потом изобрел колесо, камень перевез, и вот он лежит такой на лавочке, отдыхает, почему нет. Потом ему лень было запрягать лошадь в эту телегу. Человек изобрел двигатель. Ну да, на самом деле многие открытия были сделаны или из-за того, что была допущена какая-то ошибка, или наоборот, потому что человек долго трудился. Мы, собственно, об этом сегодня тоже будем говорить. Будем говорить о важных открытиях. Как вы считаете, какое открытие сыграло важную роль в вашей жизни? Например, без чего вы бы не могли жить? Или, может быть, есть какие-то открытия, изобретения, которые сейчас применяются в нашей жизни? Ну вот, совсем недавно мы, собственно, и увидели там, например, пылесос. Я чуть позже расскажу о таком. Про пылесос? Про пылесос, да, не особенный. Недавно изобрели пылесос? Нет, про особенный пылесос. Потом такие изобретения для женщин, например, как-то, не знаю, там, стиральная машина, утюг, пылесос. Но я вообще вчера, когда готовилась к эфиру, хочу отметить особенно, что изобретения для женщин сыграли очень важную роль, потому что во многом они облегчили нам жизнь и сделали так, что мы можем за, не знаю, там, за какой-то час убрать всю квартиру, если ты не живешь в замке. Да, если это однокомнатная на 10 квадратных метрах квартира. Кстати, о женских изобретениях я тоже поговорю, я тоже подготовил. Изобретения, которые изобрели, простите, тавтологию девушки, женщины, они тоже привнесли в нашу жизнь довольно-таки много нового и интересного. Но какие изобретения, может быть, вам не хватают, дорогие друзья, либо вы, может, вы изобретатель что-то изобрели, звоните нам, дозванивайтесь, обязательно делитесь с нами своими соображениями, своими патентами. 35-99-31 всегда готов вас принять этот телефон, так что, друзья, можно уже смело поднимать трубочку, набирать. Кстати, телефон тоже классное изобретение, куда без него мы бы никуда. Да. Но вот у наших калининградцев мы заранее спросили, какие изобретения важные, какие изобретения они бы отметили. Вот, собственно, давайте и посмотрим, послушаем, что же они отвечали. А что изобрело человечество? Вы знаете, я бы с удовольствием бы перенеслась бы куда-нибудь подальше, где как можно меньше изобретений. Потому что все, что мы наизобретали, по-моему, нам несет вред. По большому счету. Потому что мы не умеем этим пользоваться. Казалось бы, машина.
хорошее изобретение, очень хорошо, но насколько она не экологически нечиста, да, потому что очень часто не соблюдается выхлоп, не следят за этим. Это сложно очень. Ну, автомобиль, я думаю, компьютер, интернет. Ну, во-первых, как хозяйка, как женщина, я думаю, что стиральная машина, посудомоечная машина. Автомобиль, оружие, ракета. Ну, во-первых, энергетика, это очень важно, потому что все-таки это 90% нашей жизни сейчас. Ну, и, наверное, все-таки интернет. Это два, да? А видишь, тоже сказали про посудомоечную машину. Говорю, женщины сразу знают, какие изобретения изменили их жизнь. Но одна из опрашиваемых заявила, что мы не умеем пользоваться тем, что мы изобретали. Как ты относишься к такому мнению? Нет, почему? Я умею пользоваться телефоном, интернетом. Это, наверное, только какие-то особенные вещи. Она говорила про автомобиль. Автомобилем умеешь? Конечно, конечно. Ну, друзья, первое и важное открытие, которое было сделано, это, конечно же, язык, собственно, благодаря которому мы общаемся, а их в мире огромное количество, какие-то уже не используются, на каком-то языке разговаривают в племенах, и осталось буквально несколько человек, знающие этот язык. На втором месте письменность, потому что именно благодаря письменности мы можем общаться на расстоянии, как раньше, да, там голубиная почта, обычная почта, сейчас мы можем отправлять по электронной почте. И на третьем месте в рейтинге самых важных изобретений и открытий стоит колесо, о котором я уже говорила, которое используется, собственно, до сих пор. То есть колесо, письменность и язык. Это да, три кита. Язык, письменность, колесо. Три кита изобретений, если бы не они, мы бы с вами никуда бы не уехали. Мне кажется, все это объединяет автобус. И колесо, и письменность с номерами маршрутов, и язык, когда вам объявляют остановки. Ну а я бы хотел рассказать о случайных изобретениях. Как думаешь, случайные изобретения имеют место быть? Конечно, или ты уже конечно. Тоже знаешь? Я парочку знаю. Я, например, знаю, как вакцинация была изобретена, когда ученый уехал в командировку, на своем месте оставил, скажем так, своего подопечного, который вовремя забыл привить, на курицах тогда делали опыты, забыл привить курицы, и, собственно, через некоторое время, когда ученый вернулся из командировки, он увидел, что курицы выжили, и оказалось, благодаря определенным исследованиям, что эти вот бактерии полезные, они все-таки победили. Так вот и была изобретена необычный вакцинация. Необычный мужчина, который уехал в командировку, вернулся, а дома что-то живое. А дома курицы живые. Растения бегают. Или курицы. А я бы хотел рассказать про микроволновую печь, которая, мне тоже кажется... Тоже случайно? Да, да. Это вообще спутник любого утра. Это замечательный агрегат, который случайно был изобретен, потому что ученый изобретал что-то для НАТО, ну, для военных мер. У нас вообще очень многие изобретения пришли из военно-промышленного комплекса. И он заметил, что в ходе испытаний у него в кармане подтаяла шоколадка. И он подумал, сверкнул, лампочка у него загорелась там где-то, и все, он изобрел метод, как можно легко разогревать еду. И при этом, не знаю, изобрели ли они то, что хотели в военном плане, но гражданское изобретение просто шикарное. Друзья, расскажите нам, без каких изобретений, без каких открытий не могли бы вы жить? Телефон прямого эфира 359931. Мы ждем звонков от наших телезрителей. А мне кажется, что уникальным открытием и уникальным изобретением был способ предсказания погоды. Мы без этого сейчас жить не можем. Вот давайте сейчас к прогнозу погоды и перейдем. Четвертого октября в Берлине солнечный, малооблачный день. Температура воздуха +16. В Варшаве в течение дня облачно, но без осадков, до 13 тепла. В Вильнюсе в первой половине дня ясно, во второй половине пасмурно, +11. В Минске утром облачно, днем ясно, вечером пасмурно, без осадков, 11 градусов выше 0. Прохладно, пасмурно и дождливо в Санкт-Петербурге, +9. В Москве до 10 градусов выше 0. Пасмурно, обильные дожди на протяжении всего дня. В Калининграде 4 октября, если верить обещаниям синоптиков, утро порадует солнцем. Днем малооблачно, небольшой дождь, вечером станет ясно. Температура воздуха днем 11 градусов со знаком плюс, ночью до 9 тепла. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду. Атмосферное давление медленно повышается. Thank you.
из осени, друзья, мы к вам пришли. Да, но на самом деле такая картина сейчас в городе, часто можно ее наблюдать, и за городом прекрасная пора. Но это не повод расслабляться, потому что именно в такую обманчивую погоду мы с вами часто болеем. Так что, друзья, остерегайтесь этого. Да, не болейте и пользуйтесь замечательными изобретениями, такими как лекарства. А еще лучше молочные продукты залесского фермера, которые всегда поддержат вас, ваш иммунитет, и помогут вам всегда оставаться бодрыми и здоровыми, что очень важно, как отметила Марина, в осеннее время. А сейчас я хочу, чтобы показали видео, тебе показали видео, изобретение, которого у меня дома пока нет. Но я бы очень хотела, чтобы у меня дома был такой пылесос, потому что он значительно облегчает жизнь, да и я думаю, и вам бы облегчил жизнь, потому что не надо стоять с огромной, таскать за собой огромный пылесос, а он все самостоятельно делает и тем более развлекает животных, что очень-очень важно. Правда, Дима? Шикарно. Мне кажется, это не пылесос, это просто транспорт для собак. Нет, на самом деле, конечно, пылесос это очень дорогой, но можно китайский найти подешевле, но вот лучше покупать оригиналы. Он и видит препятствия, и только что по лесенке не забирается, и видит препятствия, и катает животных, и убирает, и может и жидкости убирать, и что-то рассыпчатое может быть. В общем, для женщин находка. То есть, наверное, надо запустить какой-то ВКонтакте марафон. Соберем Марине на робот-пылесос. Отправляйте ваши смс. Подожди, подожди, это еще не все. Бедная девушка нуждается в пылесосе. Еще хочу, вот как сказала наша калининградка, посудомоечную машину. У меня дома нет, к сожалению. Хотя хоть что-нибудь дома есть. Пылесос, а не посудомоечная машина. Как ты живешь? Еще одно очень важное и серьезное изобретение для женщин – это стиральная машина. Как раньше стирали, я не буду рассказывать, вы наверняка видели, читали в книгах и видели по телевизору. И изобретение, я не знаю, если сейчас будет возможность показать, как раньше женщинам волосы закручивали. Вот мы-то к эфиру подготовимся достаточно быстро и безболезненно, а раньше знаешь, как волосы закручивали? Да я и сейчас не знаю, как это делается. Ты видишь, какие у меня кудри? Раньше током закручивали волосы. Током? Да. И как же вот это? Так вот все на проводах, было прикреплено к потолку, и вот несколько часов надо было так просидеть, тебе пробивали. Ну, просто надо плохо подсоединить посудомоечную машину, чтобы там было заземление не очень хорошо подключено. А именно к своим волосам нужно подсоединить. Ну, почему бы нет? Это неплохо, это просто по-другому. Да, так что женщины, конечно, настрадались, пока были сделаны важные и серьезные открытия. Настрадались, но в то же время, что они изобрели? Женщины изобрели мясные консервы. Представляешь, мясные консервы в 1873 году было представлено это. Причем наша русская женщина изобрела консервы. Я то есть удивлена. Она своим изобретением спасла множество мужчин в походах, на рыбалках и на охотах. Также стеклоочистители для на автомобиля. На свою голову надо было в конце добавить. Нет. Также она сделала много пепельниц. Ну ладно, это не важно. Что я хотел сказать? Стеклоочистители для автомобиля. Такое потрясающее изобретение, которое опять-таки сейчас с приходом дождей. Вспоминайте, друзья, всегда, когда включаете щетки-дворники, Мэри Андерсон. Что благодаря нам, мужчины, вы можете свободно ездить в дождь, в плохую погоду, в грязи. В грязи и тихо, потому что глушитель для автомобиля тоже женское изобретение. И, наверное, это было изобретено от безысходности, потому что громко носились по улице Горького эти мужчины. В общем-то, так незаметно передвигаться, мужчины, вы можете только благодаря нам. Ну, а главное изобретение женщины, мне кажется, это хороший вкусный завтрак. Поэтому давайте перейдем. Правда, в исполнении мужчины сейчас будет этот завтрак. Но я думаю, что наверняка рецепт был женский. Счастье есть, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что же за счастье сегодня есть. Доброе утро всем, кто уже проснулся, смотрит будильник шоу и готов позавтракать вместе с нами. В рубрике «Счастье есть» сегодня мы приготовим круассаны. Эдакое российско-французское блюдо. Почему французско-русское? Да потому что круассаны будут с молочным шоколадом, который называется «Россия щедрая душа». Ну, другой души у нас быть не может. Итак, нам понадобится для приготовления нашего завтрака шоколад, ветчина, тесто замороженное, но уже размороженное, и сыр. Мы начинаем. Для начала берем наше размороженное тесто. Раскручиваем рулон. Ну, конечно же, проснулись, пошли умываться. Тесто положили в микроволновую печь на 5-10 минут на разморозку. Вернулись, тесто разморожено. И, соответственно, вот так вот его разделываем. Получается у нас вот такие необычные фигурки. Разобравшись с тестом, займемся начинкой. Ну, у нас круассаны будут с шоколадом и с ветчиной, поэтому мы берем плитку молочного шоколада и натираем на терке. Можно на мелкой, можно на крупной, как вам хочется.
Вообще, если нет шоколадки, то можно взять и конфеты какие-нибудь. Не только шоколад, да, они могут быть с разной начинкой. Моя племянница, она делает и с мармеладом круассаны, представляете? Итак, с шоколадом разобрались. Ветчина. Ветчина у нас уже нарезана, поэтому с ней проблем особых не будет. Тоненько нарезали в супермаркете. Возьмем кусочек сыра. Но много сыра в круассан класть не стоит, потому что во время приготовления, когда мы в духовку поместим их, сыр начнет плавиться, и большое количество сыра, оно вытечет из круассана, и в принципе ничего хорошего не получится, потому что начнет запекаться, еще и гореть. Достаем противень. У нас противень антипригарный, поэтому ничем смазывать я его не буду. Но вообще, если есть дома специальная бумага для выпечки, то можно, конечно, и бумагу устелить. И далее, что мы будем делать? Итак, наши круассаны с шоколадом. Берем шоколад и посыпаем на круассан. Тоже шоколада много не нужно сыпать, потому что, поскольку круассаны у нас открыты, то все лишнее, когда расплавится, оно начнет вытекать. Теперь делаем наши круассаны с ветчиной. Я немножко растяну тесто, чтобы круассанчики были побольше. Вкладываем ветчину и сыр. И все это сворачиваем рулетиком. Итак, отправляем наши круассаны в духовку буквально на 10 минут, но смотрим за тем, чтобы они не подгорели. А я пока вам расскажу. Несмотря на то, что круассан считается французской выпечкой, на самом деле выпекать круассаны начали в Австрии где-то в 13 веке. Широкую же популярность он получил в 1839 году, когда австрийский артиллерийский офицер Август Цанг открыл в Париже венскую пекарню, где пекли такие булочки. Ну а вообще впервые во Францию круассаны попали в 1770 году. Это случилось благодаря переезду Марии Антуанетты, которая стала таким образом основательницей традиционного французского завтрака. Но ела эти булочки только знать, а уже в 1839 году круассан получил широкую популярность. Так, ну что у нас тут? Почти готовы наши круассаны, но что хотелось бы еще сказать. В мире много где выпекают круассаны, но французские классические круассаны, которые делают из дрожжевого теста и масла, впервые выпекли французские. Именно французские повара, и было это в начале 20 века. А теперь достаем наши круассанчики из духовки. Ох, какие красивые! Не все они у нас получились аккуратные, но все-таки смотрите, какие они пышные. И я уверен, очень вкусные. Итак, наши вкуснейшие круассаны готовы. И действительно, это очень быстро было, потому что самое главное – это разморозить тесто. Ну, а выпечка займет от 5 до 11 минут в зависимости от температуры вашей печи. Мне остается с вами попрощаться и пожелать всего хорошего. Пока! Мне кажется, круассаны должна все-таки делать женщина, потому что Евгению вот шашлык бы ему подошел, был бы больше к лицу. Но, насколько мне известно, вообще круассан – это мужское изобретение, и, насколько я помню, их изобрел турецкий повар для приема там какого-то французского короля. Не состыковочка. Ну вот, так что не только женщины все изобретают, а даже дети. Знаешь, что дети изобрели? Ну. Меховые наушники. Меховые. И не просто вот слепил он это вот два меховых кусочка, присоединил, и все, и бегал счастливый. Потом он наладил удачное производство, молодой человек. Фруктовый лед тоже изобрели дети. Вот а эту еще? Вот вкусную мороженку. Шрифт Брайля. Нет, я еще жду следующий пункт. Что, какой следующий пункт? Подожди, пластилин дети изобрели, представляешь? А я подготовил даже некий рейтинг детских изобретений. Вот, давай. Точнее же, изобретений для детей. И стартует в этом рейтинге шапочка для купания. Можете посмотреть, смотрите, какой юный молодой человек. Он, наверное, как я, не понимает, зачем нужна эта шапочка для купания. Но движемся... в лицо не капало. Ну смотри, ему грустно, какая потому прелесть. Что в лицо не капает. Видимо, когда все-таки... щипет, это прикольно. Второе место, точнее, второй этап – это ползунки-тряпочка. Посмотри. Вот, можно вместо пылесоса. Если у вас нет 20 тысяч на тот умный пылесос, который мы показывали недавно, вот замечательный выход. Да, если это еще и второй ребенок в семье, то вам я еще 250 или даже больше сказать, сейчас. Я хотела сказать третий. Если три, то обычно двухкомнатную, трехкомнатную квартиру за часик можно так запросто. Что, Марин, выбирай, либо пылесос, либо ребенок в ползунках-тряпочке. Движемся дальше. Пылесос. Очень подлое изобретение – это кодовый замок для мороженого. Вы представляете, когда
маленькое чадо возвращается домой, а там в морозилочке мороженое-то лежит, а оно на кодовом замке, мне кажется, очень... Подстава. Скажет любой, это он разочаруется подстава. В своих родителях, вы представляете? Он потом будет все на кодовый замок закрывать. И завершает мой рейтинг изобретений для детей. Очень интересное изобретение. Седло для папы. Седло для папы, потому что, ну, видите, какой там крупный ребенок. Крупного ребенка тяжело папе носить на плечах. Маленького-то еще легко на концерте там поднять, все без проблем. Вот чем крупнее ребенок, тем он становится старше, тем папа становится тоже старше. И для обоих прекрасный выход — это седло для папы. К сожалению, это изобретение не пошло в массы. Это была фотография только, конечно, из патента, который был выдан на такое классное изобретение. Но вообще мы продолжаем разговор о детях. О детях, да. Друзья, мы заранее забыли вам сказать, но предупреждаем сейчас. У нас будет розыгрыш мультилен, такой традиционный. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот пригласительный? Вам нужно внимательно выслушать детей, которые появятся совсем скоро на наших экранах, и догадаться, о ком или о чем они будут говорить. Собственно, этот пригласительный, что вам подарит? Какой шанс? Шанс вашему ребенку увидеть целых два батута, а не в каждой детской комнате есть целых два батута. Также сейчас хорошая погода, можно поиграть на улице. Поэтому в Мультиленде есть целых две площадки, баскетбольная и футбольная. Вы в это время можете выпить чашечку кофе, например. Ваши дети познакомятся с своими сверстниками, обретут новых друзей. И, собственно, вот все это в этом небольшом пригласительном. Друзья, все внимание на экран. 35 99 31, телефон прямого эфира. Смотрим и слушаем. Семейно-досуговый центр «Киноленд» — это три кинозала, работающих в формате 2D и 3D, кинобар, пиццерия «Марио Пицца», зона игровых автоматов и детская игровая площадка. Здесь детвора весело сможет провести время, пока родители смотрят кино. Игры, аттракционы, внимательные аниматоры — все это в «Киноленде» на улице Киевской. Приходите, у нас всегда весело и все по-настоящему. Свит Мама. Модная и трендовая одежда для будущих мам. Большой выбор одежды и белья из натуральных тканей. Аксессуары. Теперь дисконт-магазин Свит Мама на Сомера 9.11. Скидки круглый год. Ой, работают машины. И от них... А природа от нее губится. Это черная такая, ну, типа как вода. И она под землей. Появляется от лавы. Из-за нее делают топливо. Могут делать бензин, топливо. Если ее не будет, ни одна машина не сможет ездить. Это такая жидкость черная. Если она попадает в воду, то животным от этого плохо. Используют для машин. Они машинкам дают, чтобы они ездили. Из нее делают бензин. И заправляют в машину. И не только в машину. А слово-то достаточно взрослое, да? Так много знают. Очень даже много знают. Что, дорогие друзья, заправляют не только в машину? Скорее дозванивайтесь и говорите, нам очень интересно. Ну, а на кону, я напомню, пригласительный Мультиленд. Два батута, целых два батута в детской развлекательной комнате. Футбольная и баскетбольная площадка на свежем воздухе. И шанс для вас выпить спокойно чашечку кофе. У нас есть звонок. Дозвонился к нам телезритель. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, вы догадались, о чем говорили дети? Вы знаете, я думаю, что это нефть, но удивительно, что и дети об этом знают. Почему вы так удивляетесь этому? Современные дети, они не только про нефть знают. Как вы думаете, почему они, уже дети современные с малых лет в России знают про нефть, в нефтедобывающей стране? Я думаю, что это нормальная работа родителей с возрастающим поколением. Правильно. И президента. Он на самом деле, он и издевается. Он и надо мной так же издевается. Мы вас поздравляем. Да, это правильный ответ. Вам достается пригласительный Мультиленд. Друзья, я призываю всех остальных не расстраиваться. Будут еще впереди такие розыгрыши, и вы сможете получить такой пригласительный. Мы еще раз поздравляем нашу телезрительницу. И я бы хотела сказать о том, что мы для других... подготовили тоже. Ого, подарки. Конечно, как всегда. Сертификат недельный на три посещения фитнес-клуб
Кёниг Джим, дорогие друзья. Мы находимся на улице Горького, 170В. Для обитателей этого района, да вообще для всех кёнигградцев, потрясающий сертификат на 3 посещения. Вы уже сможете за 3 разика стать чуточку более накачанным. Более того, приглашение в Киноленд и Марио Убийца. Это потрясающий киносеанс в семейном досуговом центре Киноленд. Обязательно выиграйте. И также у нас есть пригласительный в Калининградскую областную филармонию на концерт «Россия. Краса и сила русской музыки». Вот такой вот пригласительный. Все это можно получить, если дозвониться к нам в студию по телефону 35 99 31. Но не просто так. Мы у вас сегодня будем спрашивать ваше мнение на тему изобретений. Какие изобретения сыграли важную роль в вашей жизни, без которых вы не можете жить, не представляете свое утро, например, да? Как, например, телевизор. Нельзя представить свое утро без телевизора, очень многие включают его. Без печи, без пылесоса, без посудомоечной машины. В общем, мы уже пристроили пригласительный билет в детский центр, а сейчас давай попробуем пристроить в чьи-то заботливые и нежные руки маленького котеночка. Эти 3 трехмесячных котенка ищут дом, пока у Рыжика и двух полосатых нет имен. Но они надеются и верят, что кому-то из вас прямо сейчас приглянутся. У котят характеры разные. Рыжий более активный, более игривый. Подойдет тому, у кого дети еще небольшие. И они будут с ним прекрасно ладить, прекрасно играть. Он будет их веселить дни напролет. А котята полосатые, ну, немножечко спокойнее. Вот, для тех, кто не хочет вот этих вот метаний по квартире, разбросанных игрушек, а хочет, чтобы у него кот лежал на диване и урчал ему, значит, пел ему песни. Сейчас никаких таких особых пристрастий, кроме того, что нам все интересно, поскольку они еще маленькие, они любопытные, им все интересно. Вот это все игры. А потом каждый человек, который будет, у которого будет этот котик любимым и единственным, он уже увидит все его пристрастия и будет знать, там, любит этот котик бананы или он любит жевать травку. Друзья, обязательно заберите себе этих замечательных, милых, пушистых созданий. Рыжик и 2 полосатых. У них еще нет имен, вы можете назвать их в честь себя или в честь известных изобретателей. Я тебе хочешь расскажу интересную историю? У меня котята как-то появились случайно дома. Хоть что-то все-таки у тебя дома есть, да, это рано. Да, и вот если говорить об именах, да, я котенка одну назвала Морщинка. Ну, морщинка. Морщинистая была, да, Морщинка называла, такая прелесть. У каждой девушки когда-то появляется морщинка. Ай. Не про это, я. А только один котенок был? Нет, второго потом скажу за кадром, как назвали. Хорошо. Он рыжий бандюган такой был. Рыжий бандюган? Интересно. Кстати, возвращаясь к случайным изобретениям, дорогие друзья, одно из них опять-таки просто связано с утром. Это чайный пакетик был изобретен совершенно случайно. Один из продавцов чая где-то там далеко изобрел случайно, вот фасовал просто чай в такой прозрачную бумагу. Я не знаю, есть такая или нет. Но покупатели подумали, что так надо, и начали заваривать. И с тех пор мы всем миром пользуемся чайными пакетиками. Вот слушай, представляешь, вот интернет, какая обманчивая вещь. Я, например, слышала, что ну вот раньше, естественно, фасовали в металлические банки чай, а потом в подарок кому-то были вручены чайные, не чайные пакетики, а в шелковых таких, как будто мешочках. И начали люди заваривать таким образом. Ну, давайте узнаем у нашего дозвонившегося человека, как он заваривает чай вообще. Доброе утро! Доброе утро! Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, скажите, без какого изобретения вы жить не можете? Ой, не могу жить без банковской карты. О! Кредитной или нет? Своей или мужа? И кредитной, и дебетовой. И мужа. Это же такое спасение в нашей жизни, банковская карта, когда нужно заплатить, допустим, за квартиру. Никакой головной боли. Не надо в очереди стоять, правда? В очереди стоять не нужно. Все списывается автоматически. Она столько времени спасает. Это когда да. выезжаешь за границу, деньги закончились, тебе могут ее пополнить твои родные и близкие, и ты уже с деньгами. Да, это потрясающее изобретение, когда оно есть, и очень плохое изобретение, когда его нет. И очень хорошее изобретение муж, который может пополнить эту карту.
Да. Да. Ну что ж, спасибо большое. Что мы будем вручать? Я предлагаю, вот мое предложение. Думаю, что вам как раз-таки не понадобится пластиковая карта. Любая кредитная, чтобы пойти в кино. Этот пригласительный билет в кино отправляется вам. Спасибо большое за мнение. Оставайтесь на связи, чтобы узнать, как можно получить совершенно бесплатно, без переводов на карту. Вот это приглашение. Ну, а мы двигаемся дальше. И в эфире рубрика «Кстати». Кстати, у тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа. Любопытно, японская поговорка гласит: «Хороший муж всегда здоров, и его нет дома». Факт. Человек – единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии.
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех тех, кто только проснулся, кто только воспользовался одним из изобретений, о которых мы сегодня говорим. Это будильник, и, конечно, лучшее изобретение города Калининграда – это будильник-шоу. Ну, сам будильник вообще изобретение, конечно, опасное. Опасное, неприятное, но без него мы с вами бы не могли существовать, не могли бы зарабатывать деньги, чтобы класть их на эти банковские карты. Кстати, есть очень много изобретений, которые с течением времени потеряли свою актуальность или были изобретены довольно-таки незачем. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые изображения на экране, и начнем мы с деревянных купальников, дорогие друзья. Можно их посмотреть, потому что, как думаешь, Марин, для чего были изобретены деревянные купальники? Не спрашивай чтобы меня, чтобы не тонуть. Облегчить купание, совершенно верно. К сожалению, это изобретение ушло в прошлое, сейчас это гидрокостюмы, но движемся Слушай, дальше. Ты опасный человек, я хочу тебе очень сказать. Опасный, потому что следующее изобретение тебя прям испугает, это маска от метели. Посмотри, какая красивая маска от метели. Чтобы метель не мешала, это было изобретено в Канаде в 1939 году. Но мое любимое изобретение, и не знаю, возможно, оно не потеряло актуальность, это компресс со льдом. Посмотри, какой красивый не потерял, компресс. Сразу говорю. Потому что он предназначен против похмелья. И изобретен был в 1947 году сотрудником компании Max Factor для голливудских актрис, чтобы они всегда выглядели свежими, красивыми, ну, такими, как ты. А знаешь, какое есть еще одно очень важное изобретение в нашей с тобой жизни? Это зерненый творог. Ну, естественно, у залесского фермера. Ты знаешь, что творог был еще изобретен в Древнем Риме? Сейчас я схожу в Древний Рим, подожди. Давай. Схожу, принесу поскорее. Тебе. Там еще Цезарь, наверное, своими руками делал три дела одновременно. Одно из них было зерненый творог. В общем, я предлагаю нам с тобой попробовать. Ну, не попробовать, мы уже его пробовали, естественно. Но, по крайней мере, позавтракать. Друзья, пока вы посмотрите мнение наших калининградцев о том, каких изобретений нам еще не хватает. Моему мнению, не хватает, знаете, какое изобретение, какого-нибудь аппарата, которое бы делало наших людей, вот в наше время, человечными. Потому что мы в погоне вот за нашими достижениями порой забываем о том, что вот нужно заботиться о близких, побольше внимания уделять своим детям, родным, друзьям. Вот этого бы мне не хватало. Мне не хватает. Ну, телепортация, я думаю, было бы очень здорово. Мне кажется, изобретение, от которого люди становились добрее друг другу. Лекарства. Ну, единственное, мне так кажется, нужно придумать что-нибудь от таких болезней, как рак, СПИД, ну, тому подобное. Много чего не хватает, конечно, но я бы, конечно, очень хотела, чтобы люди изобрели препарат, который бы боролся с раком. Это просто для меня мечта, что у нас очень большая смертность от него. Мы возвращаемся к нам в студию. У нас опять-таки есть звонок. Валентина Сергеевна на связи. Доброе утро, Валентина Сергеевна. Доброе утро. Расскажите же о тех изобретениях, которых вам не хватает, или, может быть, вы сама изобретательница? Ой, вы знаете, их сейчас столько много. Ну, все есть. И стирать, и мыть посуду, и все на свете. Это все создал человек. Но я, конечно, бы, как в своем возрасте, мне 61 год, я совсем недавно потеряла мужа. Мне бы так хотелось, чтобы что-то изобрели такое, чтобы, ну, хотя бы лет до 100 жил человек, радовался жизни. Очень понимаете, мудрое. Вот нет таких лекарств, которые бы, вот, ну, болят ноги, болят руки, а все предлагают одно и то же. То есть вот наша, как бы сказать, аптекарская вот, я неправильно называю это слово. Ну, то есть, нужно какое-то лекарство, чтобы ну, от этого вы не забывайте, рака, да, действительно, что медицина шагает вперед, и сейчас множество изобретений, вот, например. Спасибо вам большое за звонок. Например, недавно рассказывали о том, как можно клонировать животных. Да. Показывали собачек одинаковых, котят одинаковых. Мне кажется, что это, конечно, ужасно все. И я даже не представляю, как бы я... Ну, не верится, что это на самом деле одинаковые, с одинаковым ДНК животные, они имеют одинаковые привычки. Ну да, это так. Может быть, через лет 100 и людей начнут клонировать. Да, но вообще такие изобретения вообще в области медицины, в области клонирования, они влекут за собой множество этических проблем, потому что до скольки вообще должен жить человек? Отведено ли ему именно это количество лет? Это все, мне кажется, решать уже нечеловечески. А я предлагаю сейчас
посмотреть на экран, на наш экран, и увидеть, какие бы изобретения облегчили бы нам жизнь. А на самом деле таких изобретений очень много, и не только они для женщин. Ну, это вот для женщин, естественно. Что держатель это? Для лака. Держатель указатель, для лака. Если ты читаешь книгу, например, указатель, где ты закончил читать, с пальчиком, батарейки, которые заряжаются. От USB. Надо... Да. Это прям... Указатель парковочного места, где есть свободное местечко. Ну, это, я так понимаю, уже реализовано. А это приложение специальное, если ты ушел из дома и забыл, закрыл ты замок или нет. Есть специальное приложение. Держатель для книги, если ты читаешь, любишь читать на свежем воздухе, хотя, мне кажется, нет. Дальше. Держатель для посуды в ванной. Это для тех, кто любит держатель романтику. Держатель для тостов в ванной. Это... Нет, это прозрачный тостер для тех, кто не видит, когда хлеб готов, а вот заранее можно предсказать, чтобы он не сгорел. Это, мне кажется, гениальное изобретение. Ну, послушай, это лучше, столько чем ползунки, которые вытирают пол. Столько людей в мире мучаются от того, что не видят, готов ли хлеб в тостере. Ну, сразу видно, что мужчина, вот все. Что? Все. Я знаю, что такое хлеб, как его готовить. Разговаривать дальше нам с тобой нет смысла. Почему? Ну, потому что ты привык, видимо, что тебе готовый тостик сразу же на утро дают. Конечно. А как он готовится, ты знаешь? Нет, как он такой человек продается. Как человек следит за тем, чтобы он не подгорел? Как? Да никак, таймер поставил и все. Что ж, друзья, мы сейчас перейдем к изобретениям, наверное, не материального характера. Это упражнения физические, которые помогут вам дольше оставаться в хорошей форме. Рубрика «Тело в дело». Так что давайте смотрим, запоминаем и повторяем. Доброе утро! Сегодня мы покажем вам несколько упражнений, которые позволят вам заниматься самостоятельно. Итак, начали. Руки на пояс, исходное положение. Становимся перед степом, начинаем восхождение с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Меняем ножки и с левой ноги, следим за дыханием. Вверху выдох, пять, раз, два. Три, четыре, закончили. А теперь подключим руки и повторим то же самое. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. А теперь несколько упражнений, которые позволят вам нагружаться практически без отягощений собственным весом и добиваться результата. Сейчас мы задействуем целевые группы, это, как правило, ягодичные мышцы, бицепс бедра и приводящие мышцы бедра. Поехали. Первое упражнение – это покачивание в ножницах или в выпаде в глубоком. Выполняем так. Ножку ставим на степ, руки на пояс и делаем 4 покачивания на каждую ногу. Раз, два, три, четыре. Меняем ноги. Раз, два, три, четыре. Не даем мышцам отдохнуть, сразу приступаем к следующему упражнению. Это приседание с вытянутыми вперед руками. Раз. Встаем быстро вверх и плавно опускаемся вниз. Задействуем взрывные мышцы. Хорошо. Четыре. И снова ножку на степ. Повторяем цикл. Раз, два, три, четыре. Меняем ноги. Раз. Выдыхать не забываем вверху. Два, три, четыре. Закончили. Степы в домашних условиях вы можете заменить любыми устойчивыми возмышлениями. Смотрите, следите за тем, чтобы они были неподвижны и вы не получили травмы. Счастливо! Жаль, нельзя такого мужчину к себе домой, чтобы он зарядку проводил утром. Дома ни пылесос, ни посудомоечная машина. Не нужен мне пылесос. Ни такого мужчины. Я думаю, что сегодняшний эфир тебе что-нибудь, какую-нибудь пользу да принесет. Сегодня мы говорим об изобретениях, дорогие друзья, о всем том, что помогает упрощать нашу жизнь, что помогает делать ее интереснее, веселее. И, как мы уже, наверное, говорили, я считаю, что главный двигатель прогресса – это человеческая лень. Ну, а это, наверное, вот на старте, когда еще были австралопитеки, которые там ходили и таскали камни, они были ленивые. А потом, мне кажется, любопытство стало двигать человеческий прогресс. То есть стало интересно, а что там вот в космосе изобрели ракету, полетели. А вот что там будет, если клонировать собачку? Хорошо, тогда заниматься. Объясни мне, что двигало человеком, который изобрел стетоскоп? Знаешь, что это такое? Это когда, чтобы слушать человека. Раньше человека слушали, непосредственно прикасаясь к нему ухом, угу. И слушали.
А как изобрели стетоскоп, знаешь? Я думаю, что это было изобретено опять-таки в этических нормах, чтобы мужчина не слушал незнакомых женщин. Молодец. Прикол. Молодец. И 1-0 в пользу знатоков. Еще вопросы? Больше вопросов нет. А, вот, друзья, кстати, сегодня же вторник, сегодня же самый лучший день для того, чтобы отмечать день рождения. Да, 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 так считает Марина Покровская. Ну что, давайте поздравляем всех тех, у кого сегодня день рождения. Призываем вас не расстраиваться, что сегодня вторник, а не пятница. Да, в пятницу совсем немного времени. Вы обязательно дотерпите, когда можно будет, так сказать, отмечать по полной программе. Какие-то 4 года у вас будет день рождения, в пятницу или в субботу, я плохо считаю. Но нам бы хотелось отметить и то, что вместе с вами день рождения празднуют известные люди, известные знаменитые люди, такие как, например... Такие как Алисия Сильверстоун, дорогие друзья, обратите внимание, это актриса, более того, это фотомодель, она еще и веган, и была признана самой красивой вегетарианкой. Ну, красивая, это мягко сказано, там несколько другое было понятие. Движемся дальше. Изобретатель, наверное, один из самых известных россиян в IT-сфере, это Евгений Касперский, сегодня родился. Да, программист, основатель лаборатории Касперского, и сейчас его состояние оценивается в миллиард долларов. Вот, очень важный момент. Ты отметил, потом попозже скажу про деньги, да. Он, кстати, женат. Лена Катина, певица. Я думаю, что для вас имя ее не так знакомо, как та группа, в которой она принимала участие. Это группа Тату. И многим, наверное, интересно, где она сейчас. Она живет и работает в Лос-Анджелесе и занимается своей сольной карьерой. Так, а я знаю. Поздравляю. Я не знал, что ты увлекаешься творчеством Лены Катиной. Мы поздравляем всех тех, кто опять-таки сегодня родился. Смотрите, какой очень важный момент. Мало быть хорошим изобретателем. Нужно быть еще и предпринимателем. Потому что, например, в истории известны такие факты. Изобретатель дизельного двигателя. Когда было создано это изобретение, дизельный двигатель, никто не понял, зачем нужен. Есть, собственно, машины ездят уже тогда, да, уже нормально. Вот только через какое-то количество лет, когда уже об изобретателе все забыли, собственно, его уже не стало, это изобретение стали использовать и поняли, что оно действительно приносит пользу, что этот двигатель намного экономичнее, и где его можно использовать, например, там, в судоходстве и так далее. Я думаю, что многие обсерватории тоже как-то подпитываются за счет дизельных двигателей, и от этого мы перейдем к астропрогнозу. Магазин «Портмоне» с нетерпением ждет своих посетителей, не переставая удивлять разнообразием ассортимента. Приходите, мы не разочаруем вас. Магазин «Портмоне», Горького, 135. У Овна будут слишком завышенные требования. Если вы не пойдете на уступки, то создавшийся конфликт затянется на несколько месяцев. Гороскоп не советует Тельцу что-то планировать на этот день. Все пойдет своим чередом, поэтому не пытайтесь ускорить события. Если близнецы не нормализуют ситуацию с деньгами, то их положение окажется весьма плачевным. На дороге стоит быть осторожным, возможны травмы и ушибы. Сегодня рак почувствует себя в настоящем тупике, особенно когда проанализирует свое финансовое положение. Возможно, что не все так печально, как кажется. Лев займется поиском надежных и состоятельных партнеров в бизнесе. Даже если вы отчаялись и не верите в успех, то все равно боритесь до победного конца. Гороскоп обещает Деве замечательный день, когда погода в доме и атмосфера в коллективе будут со знаком «плюс». С утра весы будут находиться в плену фантазии, что не очень хорошо скажется на работе. Тем более, что начальство поручило вам важное задание, которое нужно сделать до вечера. Все решения в области бизнеса Скорпион должен тщательно взвешивать. Даже если многие предложения покажутся вам соблазнительными, все равно не соглашайтесь их подписывать. Стрельцу огромную поддержку окажут близкие друзья, денежные траты, возможно, с детьми, которые учатся в другом городе. Козерогу стоит вести здоровый образ жизни, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным. Даже малейшие промахи в работе могут привести к неприятным последствиям. Водолей, если чувствуете сбой в организме, то обратитесь к врачу, а не пытайтесь самостоятельно поставить себе диагноз. Рыбы, если есть силы, возможности и влиятельные покровители, то ваше финансовое положение нормализуется. Изобретение, изобретение, еще раз изобретение. Мы сейчас окружены со всех сторон изобретениями. Вот диван тоже был кем-то изобретен. Стекло – прекрасное изобретение. Видеокамера – изобретение. Телевидение изобретено было русским человеком. А еще? Я должна рассказать. Еще я видела недавно сюжет об изобретателе нашего времени, который изобрел открывашку для банок.
которые откручиваются, такие пластмассовые. Угу. Я тебе хочу сказать, что человек неплохо на этом заработал. Казалось бы, смешно, да? Но это опять же о том, что нужно быть не только изобретателем, но и предпринимателем. Да, ну давайте посмотрим еще один ролик про изобретение, которое подготовили наши заботливые журналисты. Вряд ли Владимир Шаинский подозревал, что спустя каких-то 30 лет бернаут Смилде искусственно создаст облака. Явление длится всего несколько мгновений, но обычно этого достаточно, чтобы впечатлить окружающих необычными сюрреалистичными фотографиями. К сожалению, помимо необычных фотоснимков, никакой очевидной пользы для общества это изобретение не несет. Зато сколько лайков можно собрать. И с этим согласились архитекторы из Южной Кореи. Их изобретение вошло в список 25 лучших изобретений по версии журнала Time в 2013 году. Башня бесконечности стала первым небоскребом в мире, который в течение нескольких часов в сутки обеспечивает беспрепятственный обзор неба. Ее строительство будет завершено в этом году. Архитекторы всего мира называют башню настоящим архитектурным чудом. Что? Не помнишь ничего? Не помню. В поезде я с полки упал, башкой вниз ударился. Тут помню, тут ничего. Скоро такого не будет. Тесное сотрудничество Института мозга Японии и Массачусетского технологического института обучения и памяти привело к открытию способа создания ложных воспоминаний в мозге. Мышей. Этот прорыв в медицине значительно расширяет наше понимание человеческой памяти и расширяет горизонты психиатрии. Думал, можешь повсюду скакать, и никто не заметит. Ты на крючке! Телепортация стала явью. Благодаря эффективной работе исследователей из Калифорнийского технологического института, они смогли телепортировать протон, в то время как исследователи из Национального университета Австралии успешно завершили эксперимент по телепортации лазерного луча. Эти достижения позволили ученым надеяться, что со временем настанет черед и более крупных объектов. Мир не стоит на месте. Впереди нас ждут новые изобретения, открытия, научные прорывы. Задача каждого человека на планете – позаботиться о том, чтобы все это использовалось во благо и на пользу дальнейшей мирной жизни. Вот такой классный сюжет про изобретение мы посмотрели. Я просто жду. Ну, я покорена. Ладно, я покорена. Друзья, у нас в студии появляется гость. Гость необычен всем. Во-первых, своим изобретением. Во-вторых, своим возрастом, что хочется отдельно отметить, потому что в моем представлении изобретатель такой бородатый мужчина, лет так 40, от 40 до 70. А тут мальчик молодой. Ну, может, он и изобрел аппарат, который делает его младше. Кстати, да, надо будет да. спросить. Сейчас мы, собственно говоря, и узнаем, что же изобрел замечательный человек Юрий Супрунов. Приходи к нам. Заходи, смелее, 16 лет молодому человеку. Доброе утро. Пожалуйста, вам вашу мужественную руку, которыми вы, собственно говоря, что сделали? Ну, получается, вот я сделал... Изобрел вот такую вот коробочку. Что это такое? Электронный звонок. Ну, получается, он дает команду, то есть для в школе, для подачи звонка. То есть вот, каким чтобы... образом? Током бьет или что значит? Нет, команда? Здесь, реле, это стоит реле, то есть получается, и просто замыкается, и срабатывает система, подается звонок, вот, допустим. То есть это то устройство, которое, собственно говоря, отбирает работу у бабушки, которая вот нажимала на звоночек. А зачем? Вот была необходимость такого изобретения? Ну, вообще, да, у нас в школе дают звонок либо технический персонал, либо охранник. Вот, у нас установили еще систему видеонаблюдения. Поэтому охранник занят, вот, да, и получается, как бы, не совсем по расписанию, не вовремя, то раньше, то позже,
Вот, особенно и... плохо, когда позже. Да. Теперь можно сказать, что звонок не для учителя, а звонок это вообще изобретение ученика. Да. Так вот заявляется. Для ученика, да. Да, скажите, Юрий, то есть это получается автоматизация подачи школьных звонков. Да. Насколько я знаю, что есть аналоги, и они стоят довольно-таки дорого, в районе 5000 рублей. Вам удалось существенно снизить стоимость. Так ли это? За счет чего? В России самый ключевой вопрос: за счет чего снижается стоимость? Вы сейчас как бы это. Промышленные аналоги, они делаются, ну, они коммерческие, то есть на продаже с целью получения прибыли, в первую очередь. Вот. А здесь, как бы, сама идея, скорее, обучение, то есть не получение прибыли. Вот. Зачем нам прибыль? Какая в школе может быть прибыль? Знание хорошо. Дороже, конечно. Конечно, вот. Да. С этой целью. А вообще, вот школа – это хорошее место для того, чтобы делать изобретения? Да, конечно, в принципе. А кто помогал? Наверняка же кто из взрослых помогает делать. Помогал, да. Вот руководитель проекта учитель по информатике Антропов Михаил Валерьевич. Вот, и помогал мне еще разбираться в электронике 11-классник Борис Каскевич. Ух ты. Еще такой вопрос. Насколько мне известно, наличие голосового предупреждения позволяет внести еще игровую составляющую в процесс давания звонков. Да, можно записать еще и предупреждение о том, что там до конца перемены осталась одна минута. Да. И да, это могут делать ученики, так ли? Да, ученики, все кто угодно. То есть можно взять Ваньку Урганта голосом Жириновского. Да. Интересно. Второй вариант, да. Скажите, это вот как бы изобретение, но самое, наверное, сложное в изобретениях – это их ввести в массу, ну и вообще в использование. Используется ваше гаджет? Сейчас еще находится на стадии доработки. То есть вот, ну, мы испытывали, да, вешали, то есть в школе все нормально, все работало, вот. Поэтому да. Ну, а какие есть еще изобретения в арсенале? Может быть, ездил куда-нибудь, видел изобретения других детей, людей, взрослых? Ну, был в Москве, да. Вот ездил на выставку, ну, как участник. Вот. Видел другие изобретения, которые там были представлены. Там много чего интересного было, на самом деле. Что больше всего понравилось? Система, как, вот есть гидропоника, например. А там было полностью замкнутое пространство и со своей экологией. То есть вот. И микроклиматом было очень, очень классно. То есть оно было классно сделано, реально. Юрий, скажите, вот, наверное, ну, мне кажется, что плох тот изобретатель, который не мечтает захватить мир своим изобретением. Скажите, какие ваши самые дерзкие мечты? Что изобрести вы бы хотели? Вот, к чему стремится изобретательское ваше нутро? К исследованиям, то есть провести какое-то очень большое исследование, которое поможет всему миру сделать его лучше. Ну, вот. Например, вот в моем понимании это пылесос, который сам убирает и ездит по квартире. А вот в вашем понимании это что? Ну, можно искусственный интеллект сделать. Это опасно. Искусственный мы медряки, но смотрю, мы это, видим, это вот типичный школьник называется. Искусственный интеллект, чтобы он сам делал домашку. Ну, кстати, да? В принципе, можно, да. Эки вы хитрец, мы сейчас рассекретили. Скажите, что вас подтолкнуло к такому увлечению, как именно вот изобретательство? Ни футбол, ни художественная гимнастика, ни самбо? Ну, это интересно, то есть я пришел вообще в 8 классе на робототехнику, стал заниматься лего. То есть, ну, это такая более примитивная, вот, но мне понравилось. То есть классно собирать что-то, конструировать, соединять все это, программировать. То есть когда ты занимался бальными танцами, надо было вот чем заниматься, изобретением. Ну как здорово, что мы сейчас вместе сидим, общаемся на одном диване. Скажите, какие уроки больше развивают вот такое мышление? Или, может быть, какие-то кружки надо ходить? Скорее, да, это дополнительное образование. То есть все-таки школьная программа, физика там, да. В большей степени, скорее, информатика. Вот. А так это дополнительное образование. Хорошо. А где, вот, например, закончил ты школу, да? Куда ты пойдешь учиться? Вот я еще не знаю, на самом деле. Вопрос очень большой. Ну, есть какой-то выбор же, правильно? Да, выбор есть, конечно. Вот куда можно пойти? Например, в Петербурге, политех, ИТМО. Слушай, спасибо большое, Юрий. Надеюсь, что вы обязательно поступите именно туда, куда вам хочется, чтобы развивать свои изобретательские навыки. Мы увидим от вас что-нибудь новое. Если будут звонки, извините, они будут обязательно от вас. Спасибо вам большое. Желаю вам успеха. Ну и переходим к нашей следующей рубрике «Кстати». Кстати, во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Любопытно, в среднем за сутки человек говорит 4800 слов.
Факт. Ни один лист бумаги невозможно сложить пополам больше 7 раз. А тем временем у нас в студии появляются следующие гости, такие как Михаил Максимов, аспирант кафедры математического моделирования и информационных систем БФУ имени Канта. И Александр Челединский. Ну что ж, дорогие друзья, что у вас приготовлено? Давайте мы об этом поговорим чуть позже, потому что все-таки к интересное мы оставим на сладкое. Присаживайтесь к нам на диван, чтобы мы, собственно говоря, узнали, что здесь к чему, что за такие интересные приготовления вы делали. Вы занимаетесь в лаборатории под непростым названием FabLab. Так ли это? Да, именно так. Скажите, что это значит, что означает это слово, что вообще за такая лаборатория, где вы, юные ученые, что-то изобретаете? Да, это лаборатория у нас с ребятами. Мы здесь занимаемся научно-техническим творчеством, изобретаем разные умные вещи. Вот в данном случае у нас есть такой умный робот-автомобиль. Также мы занимаемся и умными системами. Например? У нас есть умный класс, вот такой достаточно уже... знаменитый наш проект, уже много выставок мы с ним
посетили. Что угодно, он что направлен на здоровье сбережения. То есть ребята заботились тем, что в классах достаточно душно часто. Вот, завышены многие показатели, параметры. И вот они делали такой класс, который сам умеет без любого вмешательства контролировать все параметры. С климат-контролем? Ну, вот можно и так назвать, да. Скажите, а в умном классе есть звонок, который автоматически подает звонки? Вот есть другой проект у другого мальчика, к сожалению, не с нашей лаборатории. Мы хотели вам порекомендовать. Вот он, да, мы с ним знакомы прекрасно. Вот. Может быть, знакомы? Следующий проект будет «Умная школа». Умный класс есть? Ну, мы это будем легко объединить, а я думаю, там не будет проблем. То есть мы вышли на тот факт, что вы знакомы, получается, с нашим следующим гостем. То есть все калининградские изобретатели, они вот... Вы друг друга знаете же, да? Конечно, мы на всех соревнованиях встречаемся. А есть такой соревновательный дух между, скажем так, своими, кто из Калининграда? Ну, как правило, нет. Обычно это выставки, а на выставках каждый просто показывает себя с лучшей стороны, а там уже как оценит жюри. То есть такого, как именно соревнования, кого-то обогнать нет. То есть есть задача просто показать себя. Вы уже в третий раз выиграли некий чемпионат по робототехнике в Казани. Можете рассказать об этом, чтобы мы гордились своими чемпионами? Не в спорте, а в спорте высоких достижений, можно сказать так. Да, в Казани проходит Всероссийская робототехническая олимпиада ежегодная. И, собственно, проект «Беспилотный автомобиль», с которым мы сегодня пришли, был частью нашего выступления в этом году. Вот. И, собственно, задание, одно из заданий, которое было на олимпиаде, это параллельная парковка. То есть мы проектировали беспилотный автомобиль, который умеет в автоматическом режиме самостоятельно по написанной программе алгоритму выбирать на парковке свободное место и припарковываться. Достаточно актуально в силу того, что у нас развивается вся беспилотная техника. И очень много на дорогах девушек. Я думаю, что не пылесос беспилотный тебе больше подошел бы, а прибор для парковки. А у меня такой вопрос. Но ведь это же не новое изобретение. Ведь машины же есть, которые сами паркуются, правильно? Да, изобретение достаточно не новое, но мы хотим вот наш проект продвигать, возможно, с какими-то своими решениями, с какими-то своими задумками, которые вот потом вырастут в более большой проект. А где еще можно реализовать вот эти способности робота? А именно касаемо автомобиля? Нет, ну, например, вот если он параллельно может парковаться, что он еще может делать? Что еще можно, может быть, не автомобиль? Это же, я так понимаю, внешняя оболочка, да, просто автомобиль? Ну да, это внешняя оболочка. Ну, в целом автомобиль может, это внешняя оболочка... Пылесосить он может? Пылесосить? Я уже прямо скажу. Ну, этот в данном случае нет. Но если добавить... А вообще изобрести пылесос вы сможете, который сам убирает, ездит? Просто девушке надо. Конечно. Да, я думаю, это вполне возможно. Не, ну я думаю, что есть же автомобили, пылесосы, которые пылесосят улицы. Если на него поставить такую систему, это, грубо говоря, система беспилотника получается, правильно? Да. И то, что проходит чемпионат в Казани, думаю, не случайно, что там через пару лет планируется ввести первую трассу для беспилотников от Казани до набережных Челнов. Не так ли? Да. Не забывайте, что мы работаем со школьниками, поэтому робот-автомобиль может кажется такой достаточно простой, что по черной линии, но надо не забывать, что все-таки школьники, они на то и школьники, чтобы начать с малого, а потом уже... Ну покажите, когда как это работает. Да, от слов к делу, то стоит агрегат. Пылиться, нам скорее не терпится посмотреть. А такой механизм можно установить уже на существующую машину? На черненькую, в принципе, там внизу при стоит. Определенном наборе оборудования, конечно же, можно. А это вообще дорого стоит? Ну, наш проект еще достаточно экономичен. Но если говорить, конечно, о реальных машинах, то, я думаю, оборудование, которое там будет использоваться, оно уже так достаточно весовым по экономическим затратам. Придется забыть на время. Давайте покажем Марине, как осуществляется параллельная парковка. О, я слышу, как завелся мотор. Так. Да тихо, ты подожди. О, какая прелесть. Ничего себе. Классно. Класс. Очень интересная штука. Скажи... Туда бы еще музыку поставить. Музыка, я думаю, в соответствии с тем, что литые диски у нас на колесах, то музыка должна быть соответствующая такая. Ну, а, кстати, вот на выставку... Музыка должна понимать настроение человека. На выставку, когда вы ездили, вы же сверху, да, что-то одевали? То есть он какой-то... Или такой вид внешний? Это у нас соревнования, напомню. У нас комплекс заданий. Это одно из тех самых заданий. Вообще у нас там есть целый город...
Вот, со светофорчиками, с пешеходами. То есть полноценный такой вот полигон, где вот машинки соревнуются на качество и правильность движения. Корпус у нас есть, но чтобы показать, собственно, всю начинку, мы решили его сегодня не использовать, чтобы, скажем, не прятать интригу всего. Нас, россиян, в первую очередь интересует цена. Сколько стоит такая разработка и вот сколько будет стоить оснастить... И где взять деньги? Такой, на банковской карте. И сколько стоит оснастить такой системой настоящий автомобиль? Ну, вот этот автомобиль не сильно дороже самого автомобиля на пульте управления. Сами датчики здесь довольно... Вы скажете, простые. Самого автомобиля. Нет, на пульте управления радиоавтомобиль. Но магазине. Они же тоже бывают разные. Как ты выбирал, там очень дорогие. Ну, 100 тысяч, 50. Нам нужно, чтобы были колеса. Вот. С дисками 20, да, с дисками. Меньше 20. Да, и, в принципе, и моторчик. А все остальное... Все... Ну, сколько? 500 рублей, 1000, 200, 30, сколько? Ну, давайте возьмем совсем запасом, где-то с теперешним курсом 1030. 30 тысяч. А вот если для настоящей машины, вот чтобы прийти так на автотор, сказать, ребята, у нас есть вот идея, вы нам столько, мы вам столько. Сколько стоит, чтобы машину оснастить? Ну, это нужно будет подумать о, скажем, проекте, как изменить уже существующую машину, чтобы это все добавить. Вот. Там, собственно, дело обстоит, я думаю, несколько труднее. Ну, еще я хочу спросить, над чем вы сейчас работаете? Есть ли какое-то изобретение, которое вот, вы считаете прям поразило бы всех? Ну, еще параллельно по робототехнике мы сейчас работаем над проектом складского робота. Есть немножечко у нас другая конструкция, то есть не имеет отношения к машинке. Это робототехническая система, которая строится из определенного конструктора. Вот, туда он оснащается определенными датчиками. И состоит в том, что эта машина в колесиках должна, двигаясь по складскому помещению, забирать грузы от стеллажей, от определенных полочек и доставлять товар заказчику. Это очень актуальная тема на мировых соревнованиях по робототехнике. И, собственно, в России сейчас по этой тематике тоже проводится. Ну вот, возвращаясь к теме о том, что аппарат, который делает за вас параллельную парковку, складской робот, который за вас выполняет можно ли функции на этом зарабатывать? Ловщика. Нет, не думайте, что человек вообще разделится, перестанет уметь парковаться, хотя и так не все умеют, перестанет уметь с коробки, перестанет уметь делать все это. Наверное, смотрели мультфильм про робота в космосе, где был мир, и люди такие большие смешные пузыри просто летали в воздухе. Не будет ли так? Опасения такого, конечно, есть, но все-таки на данный момент это, наверное, больше, наверное, фантазия все равно. То есть это все пока для нас, наверное, можно сказать, больше игрушки. То есть это еще требует достаточно сильной отладки. Ну, наверное, лет только через 50, наверное, может быть, что-то будет подобное. А мы тогда уже не старенькие. Ну, ты, я, нет, конечно. Да, увидим, поживем, увидим. Да. Ребят, спасибо вам большое. Это действительно очень интересное изобретение. Я вам хочу пожелать удачи. Надеюсь, что, по крайней мере, на соревнованиях и на выставках вы будете всегда в центре внимания. Я напомню нашим телезрителям, в гостях у нас сегодня были Михаил Максимов, аспирант кафедры математического моделирования и информационных систем БФУ имени Канта. И получается ученик, наверное, коллега Александр Челединский. Спасибо вам большое за ваше потрясающее изобретение. Надеемся, что как минимум после программы вы пару датчиков переставите Марине на машину, чтобы она больше меня не царапала. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы продолжаем с рубрикой «Люди как люди». Люди как люди. В чем заключается эта рубрика? Мы будем рассказывать об обычных людях, которые, собственно, живут рядом с нами, о наших соседях. Да. На часах поздний вечер, в офисе уже давно никого нет. Некому даже помочь развесить платье. Вешалка слишком высокая. Но эта миниатюрная шатенка совсем справится. Ведь это ее офис, ее платье и ее вешалка, в конце концов. Алена Нестерова – владелица этой маленькой индустрии счастья. Она – свадебный организатор. Плачет жених, плачет мама, там гости, да, какие-то. Вот если у меня какие-то там слезы, да, появляются, ну это все. Это у меня есть такое крылатое выражение: залезть в душу, вынуть сердце. Со стен этого ванильно-кружевного царства вместо картин улыбаются счастливые все лица. Теперь они для Алены почти родственники. Вот это мои дорогие, любимые Ванечка и Оля. У них, кстати, только-только, вот где-то неделю назад, две недели назад родился ребеночек. Жизнь как одна большая красивая церемония со всеми издержками производства. Даже в гости по-человечески не сходить.
прям некомфортно. Мне кажется, что мне куда-то сейчас надо пойти, бежать. Что я вижу, когда какие-то заминки, да, или неправильные моменты, что надо было так. Мне тоже хочется встать, пойти, все это поменять, сказать, что нет, давайте вот так вот сейчас. А потом я в какой-то момент понимаю, что я гость. Вот сидит мой муж, вот я в платье, в длинном прическе. И, ну, простите меня, мне надо отдыхать. Подборка и примерка платьев, как первый бой. Подобрать тот самый наряд мечты невесте. Успокоить маму. Не каждый день видишь дочку в подвенечном платье. У нас даже были конференц-связи по скайпу, когда там по скайпу несколько человек смотрят, как девочка на подиуме одевается, там да-да-да, вот это платье. 6 лет подряд она работала в ЗАГСе, но однажды поняла, что хочет создать свой собственный свадебный центр. В 21 год она становится владелицей своей четко налаженной индустрии любви. Она-то точно знает, за всеми этими ангелочками, свечками и рюшами стоит четкий расчет бюджета, папки бумаг и бессонные ночи. Если свадьба прошла очень плохо, значит, это плохой организатор. То есть за все и за всех ответственный один человек – это организатор. На рабочем столе ноутбука фотография самой главной и важной свадьбы – ее собственной. Неужели и эту церемонию Алена организовывала сама? Это вопрос, который мне задает каждый второй человек, который мне отвечает. Да, конечно, сама. Чего в этом больше, профессионализма, желания держать все под контролем или женского кокетства, так и не скажешь. Впрочем, какая разница, чего там больше? Вот как раз что ты сейчас взяла в руки? Зерненый творог, дорогие друзья, потрясающее изобретение. Мы говорим об изобретениях. Повторюсь, что я благодаря сегодняшней программе узнал, что творог изобрели еще в Древнем Риме, а в России промышленное производство, по-моему, наладили в районе 19 века. Вот. И до сих пор только самый натуральный, качественный зерненый творог от компании «Залесский фермер». Кушайте, завтракайте, обязательно получайте хорошее настроение. Я считаю, сколько осталось. Сколько ты можешь наших времени подарков, осталось может быть, мало. Поменять на пылесос? Нет, времени осталось мало, друзья, для того, чтобы вам дозвониться к нам сейчас в студию по телефону 35 99 31, рассказать нам о том, какое изобретение в вашей жизни сыграло важную роль, без которого вы жить, возможно, не можете. И у нас есть огромное количество подарков для вас. Например? Например, это сертификат на недельное посещение, то бишь 3 посещения от фитнес-клуба Кёниг Джим. Совершенство безгранично, так написано в сертификате. Я думаю, что эти слова будут с вами, если вы будете заниматься в этом потрясающем фитнес-клубе. И приглашение в семейный досуговый центр Киноленд, в котором есть и кинотеатр, и детская комната, в котором тоже есть 2 батута, между прочим, 2 детские площадки на свежем воздухе. Это для тебя я сейчас говорю. Mm-hmm. И, собственно, и пиццу вы сможете там попробовать. Ну и для тех, кто любит что-то более покультурней, приглашение в Калининградскую областную филармонию. Она приглашает вас на концерт «Россия. Краса и сила русской музыки». Лицом этого концерта официально признана Марина Покровская. Мы говорим об изобретениях. Я бы хотел рассказать о разных изобретениях, которые, наверное, не вошли в нашу жизнь плотно и навряд ли это сделают, но они есть и стоит о них упомянуть. Это, например, чемодан-мопед. Для любителей попутешествовать есть такое потрясающее изобретение. То есть вы прилетаете куда-то в аэропорт, и у вас с вами только чемодан. Вы достаете из него колеса, ручку, руль и едете куда надо. Довольно-таки очень удобно. Это в Москве особенно актуально, где такси дорогое. В Москве это очень актуально. Сейчас наш блогер Виталий Климов поехал на велосипеде по Европе. Я думаю, что ему бы это очень понадобилось. Ты тоже его знаешь? Я тоже его знаю. Конечно. Он на чемодане поехал, да? Он поехал. Судя по тому, что он пишет по время, ему бы захотелось пересесть на чемодан. Движемся дальше. Очень интересное изобретение. Квадратный арбуз. Очень удобно для пикника. Закинул в багажник, он не катается. Вообще, это изобретение японское. Они это изобрели для того, чтобы больше арбузов поместилось в фургон. Я тебе про Японию тоже расскажу один факт. Да. Следующее изобретение, наверное, тебе понравится. Подушка в виде объятия любимого на случай отъезда его в командировку, наверное. Так, потрясающее изобретение. Кладете туда голову и спите в объятия. На самом деле, есть такие подушки для беременных. Ну,
Хорошо. И завершает блок интересных изобретений — кепка с волосами. Мне кажется, классное это изобретение. Для да, для тех, кто в раннем возрасте теряет свою шевелюру, одел кепку, и ты снова красавец. Да, ну, собственно, о японцах, которые изобрели квадратный арбуз. В 2000 году провели опрос общественного мнения на тему того, какие самые серьезные, самые важные изобретения, как вы считаете, были, собственно, изобретены и открыты. Но музыкальный плеер, компьютерные игры... Лапша быстрого приготовления заняла первое место. Так что арбуз — это еще, знаешь, ерунда. Лапша быстрого приготовления, наверное, изобретение самое важное, которое спасло тысячи студенческих жизней от голодания. Нет, вот что должно а всех спасать. А вот современные грамотные студенты, которые заботятся о своем здоровье, пускай спасаются от голодания с помощью зерненного творога компании «Залесский фермер». Друзья, давайте посмотрим прогноз погоды, потому что есть мне хочется, пока вы не интересны. Четвертого октября в Берлине солнечный, малооблачный день. Температура воздуха плюс 16. В Варшаве в течение дня облачно, но без осадков, до 13 тепла. В Вильнюсе в первой половине дня ясно, во второй половине пасмурно, плюс 11. В Минске утром облачно, днем ясно, вечером пасмурно, без осадков, 11 градусов выше 0. Прохладно, пасмурно и дождливо в Санкт-Петербурге, плюс 9. В Москве до 10 градусов выше 0. Пасмурно, обильные дожди на протяжении всего дня. В Калининграде 4 октября, если верить обещаниям синоптиков, утро порадует солнцем. Днем малооблачно, небольшой дождь, вечером станет ясно. Температура воздуха днем 11 градусов со знаком плюс, ночью до 9 тепла. Ветер северо-восточный 9 метров в секунду. Атмосферное давление медленно повышается. Поговорим по телефону, я предлагаю, да? Давайте, у нас на связи Татьяна. Доброе утро. Татьяна, здравствуйте. Татьяна, расскажите о важном изобретении в вашей жизни. Вы знаете, я человек уже в возрасте и считаю, что самое важное изобретение в нашей жизни — это стиральная машина, телефон и банковская карта. Именно эти три вещи позволяют высвободить много времени для более интеллектуального, веселого, жизнерадостного проведения в жизни. Татьяна, спасибо вам большое за звонок. Ты понял, ты что я не за одна? Солидарность. И за солидарность. Ты понял, что я не одна такая? Я на самом деле, ведь я же сказала, не потому что я какая-то, а потому что это действительно проблема для женщин. Потому что мы себя на кухне, в бытовых делах буквально, так сказать, закапываем. Потому что даже вот я слышала мнение некоторых мужчин, которые помогают своим женам мыть посуду, убирать. Они говорят, что когда моей жене будет там 40 лет, 50 лет, я хочу, чтобы ее ручки были красивые, не испорчены средством для мытья посуды. Так изобрели средство для мытья посуды с бальзамом для рук. Да все равно, это средство для мытья посуды, это химия. Но, кстати, я бы тоже заметил, что почти все девушки, которые нам сегодня дозванивались в эфир, говорили, что самое полезное изобретение все-таки банковская карта. Как меркантильные. Нет, ну не верю в это, что меркантильные наши девушки. Это просто удобство, хорошее изобретение. И я уверен, что русские женщины самые классные и лучшие вообще в мире. На самом деле, пока ты здесь рассказываешь про банковские карты и про то, какие мы женщины меркантильные, на том конце света, может быть, происходит что-то очень интересное и важное. Я предлагаю посмотреть сейчас на экран. Уже завтра в это время сотни учителей по всей стране будут в приподнятом настроении и с букетами в руках. Ведь завтра день учителя. И только сегодня, и только сейчас у вас есть возможность сказать спасибо и вашему любимому учителю. Присоединяйся к всероссийской акции хэштег «Любимый учитель». Итак, выкладываем в соцсеть фото с учителем с хэштегом «Любимый учитель». Ну и подпись, почему он, собственно, любимый-то. Из соцсети фото полетят в интерактивную ленту проекта. Увидеть свое поздравление можно будет на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. Герои следующей новости однозначно любили учиться, а потом полюбили работу и свой дружный коллектив. Иначе как можно объяснить такое рвение прибыть к рабочему месту вовремя и обязательно всем вместе? 14 человек, включая водителя, поместились в салоне старенькой «Волги». Еще трое вылезли из багажника. Все они поприветствовали снимавшего их оператора и принялись играть на баяне, который, конечно же, прихватили с собой. Да, а что вы знаете о дружбе?
Не хотите дружить с коллегами? Ну а что насчет кенгуру? Вот блогер из Австралии Джексон Дуэрти подружился с этим симпатичным кенгуренком и даже назвал его Дамиан. Вместе они гуляют в парке, ходят по магазинам, работают на стройке и знакомятся с людьми. Такой чудесный друг. Вроде бы всегда рядом и в то же время всегда молчит. Ну, а если у вас нет такого кенгуру, но есть автомобиль, и вы сейчас отправляетесь, собственно, в город, мы предлагаем вам узнать, есть ли пробки там. Перекресток улицы 9 апреля и Фрунзе на ваших экранах. Сейчас здесь автомобили двигаются достаточно активно, но пробка небольшая может быть, потому что такой перекресток опасный, как, собственно, и площадь Василевского, круговое движение, которым еще не все научились пользоваться, скажем откровенно. Но здесь... изобретения сегодняшнего дня могли бы вам помочь пересекать это круговое движение. Ну да. Перекресток Центрального рынка. Здесь пробки нет, ну, но обращаю внимание, что вот около Центрального рынка ремонтируют тротуар. Это перекресток Ленинского проспекта. Остановку тротуар. Сразу видно, что ты не ездишь на общественном транспорте. Сразу видно, что ты ездила там довольно-таки давно. Там делают вчера еще и тротуарную плиточку теперь укладывают сегодня. Новенькую, совершенно, только с завода. Ладно, а вот, кстати, тротуарную плиточку. О курсе валют я предлагаю узнать для тех, кто следит за развитием, особенно за тем, как падает злотый. Курсы валют на сегодня. Американский доллар стоит 63 рубля 40 копеек. Евро 72 рубля 6 копеек. Польский злотый 16 рублей 74 копейки. В отношении всех валют зафиксировано падение. Причем в отношении евро около 70 копеек. Доллар там копеек 60 упал. Так что, друзья, можно скоро будет куда-нибудь махнуть в Крым. Куда? В Крым. А зачем нам тогда курс валют? Чтобы знать, чего ты лишаешься. Ладно. Друзья, на самом деле мы сегодня говорили об изобретениях. Я напоминаю вам, полтора часа, так сказать, если ты не заметил. Я заметил, потому что у меня на руках изобретение часовщиков, часы. Да, но не сказали мы за все это время о таких изобретениях, как, например, планшет, телефон мобильный, которого у тебя опять же нет. И что? Телевизор, да, по которому, собственно, мы себя, нас точнее, показывают, а вы нас видите. Камеры, благодаря которым нас снимают и идет передача. Все эти изобретения сыграли очень важную роль и помогают нам и развиваться, и просвещаться, и общаться. Это хорошо. Прогресс – это всегда хорошо. Да, так что, друзья, прогрессируйте вместе с человечеством, пользуйтесь банковскими картами, интернетом, мобильной связью. Это не зря придумано для того, чтобы упростить нашу жизнь, чтобы, как правильно было сегодня замечено, больше уделять времени интересным и прекрасным. А еще мне бы хотелось сказать, чтобы родители помогали своим детям, вот, например, таким героям, да, которые были у нас сегодня в студии, помогали реализовать мечту, потому что очень многие думают, а что там, это очень сложно, и может быть не справиться, и зачем это время потрачено. А нет, вот, пожалуйста, живые примеры, которых получается и которые выделяются из тысячи детей своим талантом. Да, на самом деле мы все помним известнейших, наверное, советских, еще и российских со времен империи изобретателей. Спрашиваем себя сейчас, где они? Но мы очень рады, что восстанавливается культура кружков конструкторского мастерства. То же самое Сколково. Все это порождает новые таланты. Это огромный кружок, где занимаются изобретениями всего самого нового и инновационного. Мы надеемся, что скоро у нас в домах снова появится отечественное производство и телевизоры, и все. В общем-то, друзья, мы с вами сейчас прощаемся. Время наше подошло к концу. Желаю вам удачного рабочего дня, продуктивного. Всего доброго. Пока. Пока-пока.